Так, начинается матч. Поехали. Первая карта турнирна. Финал турнира. Итак, все, начинаем. Первый раунд, пистолетка. Забелян забор мишаней. С головы прощакивает съемку, в то время как в СИПе пытается контролить сразу же Б. Думаю, то, что мишаня хочет играть в агрессию, но... Хотя, может, он угадывает. Пытается поймать его. Заметил его, а Миша не заметил. Зайдет за спины. Ну, кажется, потерял. Но Миша не заметил его, а все, значит, не получается. Начинается перестрелка. Бур Мишаня проигрывает по размену. Но он знает, где выходит. Но не хватило реакции, чтобы его поймать. Пока что СП выигрывает. Очень хорошо постреливает, но он не выигрывает данной схватки. И первый раунд последовательно забирает в СИПе. Достойно. Так, первый раунд закончил. Берется у нас Юмп. Да, на Юмпах. Смотрим в СИПе. Снова спускается в халупу. Бокс, ребра. И... Начнет ждать Мишаня. Что же в итоге Мишаня? Мишаня опять пытается прочекать емку и хочет... Поднимается на балкон. Видимо, думает то, что в СИПе стоит также на халпе. И ожидает этого. Но СИПе сидит на ребрах. Он уверен в своей тактике и будет держаться ее до конца. А Мишаня не хочет играть в агрессию. Держится на безопасной дистанции. Чекает емку. Игра на нервы. Рано или поздно кто-то сдастся и сдаст свои позиции. Время, что-то тоже. Понятия не имею, сколько времени. Ну там. Минута. Итак, расстояние между ними сокращается. Мишаня выходит на Б. В СИПе этого не слышит и заходит спиной, но сразу держит... Ой, хорошо, очень хорошо. Мишаня заметил. Как в СИПе сидит в ребрах. Но у СИПе хватило больше реакции. Не, он не заметил, он просто пошел. Он не мог никак заметить. Не хотят у нас ребята играть активно. А, бросает смог в темку. Что будет делать Мишани? Цвета же стоит здесь. А нет, он, по-моему, хочет пройти глубже. Но... В СИПе темку ничем, говорит. Не чекает, кстати. Сжимает. Занимает позицию. Хотя это очень неудобная позиция, потому что в СИПе находится буквально за его спиной. И, кстати, мне кажется, он должен был заметить его. А Мишаня тоже... Ого! Вот это было очень красиво. Или он заметил... То, что Мишаня сидит в этой позиции, или это чисто был его скилл. И счет 3-0 ведет в СИПе. Достойно. АКР покупает в СИПе. И симпом бегает Мишаня. Сразу же выходит на Б, играет в агрессию. И... Ой. Здесь была выгодная позиция для СИПе, тем более если его АКР. Это была ошибка Мишани, не стоило ему так входить. Хотя узнал то, что превосходство идет за СИПе. И он свое превосходство одерживает. И выигрывает четвертую карту. Четвертый раунд, извиняюсь. Это че? Название. Че? Название оружия. АКР 12. Это? Да. АКР? Окей, АКР 12, он занимает голову и чекает темку, но бросает смок, он меняет позицию. С балкона сейчас будет чекать ломки Б. Но в СИПе не такой простой, он опять стоит на своей позиции. Чекает зигу и темку. Так, он увидел прострел. Дает смок. А, это не смок, нет. Пытается стрелять в дым. Дает об этом информацию. Ой, пытался прострелять, сразу ждет его на лестнице. И... Очень хорошая позиция была у Буру Мишаня, но СИПе переиграл его просто в ноль. Переиграл и уничтожил. Очень хорошо сделал СИПе. И забирает пятую карту.
Что же, Мишане стоит все-таки поднапрячься и постараться выиграть этот турнир. Пока что он сливает. Очень хорошо держит позицию в СИПе, а вот Мишаня начинает, видимо, у него начинают сдавать нервы, потому что эти бессмысленные прострелы без инфы, которые сливают же его, сыграют неплохую шутку. Выходит на хлопу в СИПе под боксами, дает. Ага. Чтобы выйти на Б. Заметил Мишаню. Сейчас буду ждать его сверху или сбоку. Ага. В кармане сидит Мишаня. Буду сейчас пытаться прыгать и постреливать его. Ой-ой-ой. Это хорошее. Хороший. Выбирает Мишаня все первый раунд, сакэры. И это о чем-то говорит. Сейчас нет. Еще три раунда. Молодец, Мишаня. М4, А4, да? Да, М4. ЕКР. Хочет с фланга выйти под флешку, видимо. Даже ждет его на лестнице. Но в СИПе сидит в темке и будет ждать его там на последнего. В СИПе уже показал свой плейстайл. И, кстати, это было зря. Вот это было очень красиво. Я не знаю, почему Мишаня не заметил его. Он должен был его услышать по прострелам, но, видимо, решил не реагировать на это и просто в СИПе вышел и уничтожил его. Очень красиво было сыграно. Шестую карту. Шестой раунд забирает в СИПе. И пока что ведет полнейшую доминацию над противником. Старается осторожно протекать чемку и простреливать зачем-то. Ну, не знаю зачем. Наверное, он не понял до сих пор, что в СИПе решает играть. Более пассивно дается смог в двери. Флешка. Это был, наверное, фейк на выход. Ой, что творит в СИПе? Что же он творит? Как же он хорошо стреляет? Как же он красиво делает? Не может Мишаня победить в СИПе в перестрелке. Нужно думать, что ему делать. Тем временем счет идет 7-1. Продолжает играть с ЭКРом, а Мишане приходится переходить на юмп. Итак, снова занимает... А, он в боксах. И занимает свои ребра. Один раунд он уже выиграл благодаря этой тактике. Посмотрим, как справится со вторым раундом. Поднимается по темке, видимо, думает то, что он снова сидит у себя на респе. Прочекает его, никого не видит. А в СИПе же ждет его сланга. И Мишань его обходит, и у него есть очень хорошая позиция, чтобы постараться убить его. Находится вне зоны, а он понимает, что он там находится. И очень-очень хорошая позиция, молодец, Мишаня. Молодец. Смог пробраться, проскочить за спины и убить его. И счет 2 смен команд. Ну, пока что Сифи показывает очень хорошую игру. Смотрим, что же будет дальше. Итак, снова начинается пистолетка. Так, сразу бурмашина заходит в темку и начинает протекать рынок. Сити заметил вовремя, пытается пострелить, но ничего не получается. Сейчас начнется перестрелка. В равную разменялись противники, начинает продолжаться перестрелка. Ой, какой же молодец Сипи. Прям молодец. То есть он держит его Gold под... Скажи, что у меня Gold 1. А у стримера звание Gold 1. Написано память. Молодец Сипи держит его под шквалом огня, не давая ему выйти. А Мишаня попадает на это, берет ФАМАС и опять возвращается в свою темку. Сипи там его ждет, уже постреливает. Но мне кажется, не стоило свои позиции выдавать, так бы Мишаня попался, скорее всего. Так, Мишаня продолжает удерживать позицию. Сипи же выходит на лонг, дает флешку и обращается обратно в темку. Видимо, это такой байт. Но нет, проверю, просто проверю. Хороший смог на темку, заметил его. Простреливает, не попадает. Уходит в карман и будет ждать его, скорее всего.
А, он решает его обмануть. Переиграть и обмануть. Старается активно простреливать все известные позиции в сипе, и так встречается его в пятерке, и боже, как же он хорош. Вы просто посмотрите на этого монстра, он просто идет и уничтожает. Ну да, что-то будет. Харди. Я не могу читать чат, поэтому... Я читаю. Харди аристократ, но вообще не будет. То он забрал, то он забрал. Вообще не перебивай, если что. Ну так, я что-то это купил. Так, все, здесь продолжаем. Сипи с Фамаса. Буря мешания с Юмпа. Занимает позицию под карманом. Сипи не знает его местоположение, просто дает смоку боксы. И сейчас будут прочекать его. Ну, будет мешать очень хорошая позиция, успеваю замечательно. Ой-ой-ой, что же творит Сипи? Он находится вне позиции. Бурый мешание замечает его первым и начинает вести первым огонь, но просто его этот скилл... Боже, что же он творит на этой карте? И первая карта заканчивается победой в Сипи. Просто тотальное уничтожение. Впереди идет вторая карта. Сейчас сразу вторую? Конечно, сразу. Дадим отдохнуть 5 минут. Так, заканчивается разбивка, начинается вторая карта. Погнали. Напомню тем, кто не знает, первую карту с разгромным счетом в 10-2 забирает в Сипи. Смотрим, что у нас будет происходить на второй карте. Так, начинается первый раунд, пистолетка. Так, все. Итак, выходит с фланга на Б в Сипи, а Буря Мишень занимает ребра и собирается ждать в Сипи. Сипи пытается прочекать его со всех позиций, простреливает и решает все-таки отступить. Оно и правильно. А Буря Мишень собирается ждать его. Слышит его и замечает, как и ВСП замечает его, уходит в карман, пытается простреливать. Мишень попадает, оставляет ему 5 хп, Сипи решает выйти все равно в агрессию и... Была возможность, была хорошая возможность победить, но Бурый Мишанин забирает первую карту, что дает ему надежду на его победу. Я хорошая первая карта. Бурый Мишанин покупает себе ФАМАС. Сипи вынужден купить себе Юм. Так, вот уже в Сипи начинает нам показывать активную игру, как и Бурый Мишанин. Никаких, получается, крысичей. Чистая мужская активная игра. Так, сразу сланга пытается прочекать лестницу и темку. Никого не замечает, а в это время Бурый Мишанин сидит в боксе и ждет его. Услышал его на миду, зачем он все равно чекает лестницу. Пытается выйти в ребра. И выход на ООО, сразу начинает стрелять. И это о чем-то говорит. Бурый Мишанин забирает вторую карту. Не хватило в Сипи реакции, чтобы успеть его забрать. Ну ничего, это решаемо. Итак. Закупаю по полной гранаты, не хватает ему денег на основное оружие, идет с пистолетом. А Сипи идет с пинком. Сейчас бросил смог в темку, чтобы его не простреливали. Угу. Так, Сипи выходит, получается, на лонг. Простреливает лестницу. Сейчас будет темку простреливать. Нет. А Бурый Мишань сидит его и ждет. Сидит его и ждет. В боксах. Пытается к себе прострелить бокс, но в это время Мишань сидел немножечко не там. Чекал лестницу. Сипи метается между темкой и лонгом. Пытается найти Мишань. Но Мишань сейчас сдавать не будет. Мишань понимает, что выходить против Сипи на честный бой будет довольно опасно. Но Сипи не отпускает возможности пытаться прострелить Мишаню и найти его позицию. Мишаня выходит с бокса на лестницу, на хелпу, пытается прочекать темку и ждет удара со спины. Но нет, Сипи не решается на подобное действие. Он по-мужски пытается найти его. Метается туда-обратно. Но Бурый Мишань не сдает, но кажется, начинает двигаться и заходит со спины в Сипи. И кажется. О, боже мой, как же он его не заметил. Очень хорошая позиция была у Бурой Мишани. Возможно, тогда же была удача, но как бы этого не было.
Мишаня забирает третью. Раунд. И пока что ведет превосходство над Сипи. Ничего не покупает Сипи. А, нет, купил. Простреливает Тёмку, кстати, был ослеплен. И Мишаня занимает Тёмку. Сейчас будет чекать головы. Залетает в него граната, но не сним... А, задевает. И Сипи есть информация тоже, что в Тёмке. Выходит, сразу начинает зажимать, но ничего не получается. Хотя он снимает ему большое количество хп и добивает его. Отлично. Молодец, Сипи. Сагрессивничал. Мишаня растерялся. И ты забираешь свою первую карту. И сейчас счет у нас идет 3-1 за Мишаней. Покупает себе ФАНАС. Таким Мишаней. И игра идет на равных. Забрасывается. Получается флешка и граната. Так, дает смок на съемку. И... держит позицию. Сидит на лестнице, потом будет чекать сейчас лонг, потому что Сипи играет агрессивно. И замечает его первый. После половины хп. Ну, задевает бюро Мишаня. И теперь уже... Нет, все-таки отдает позицию Мишаня в Сипи и отступает в сторону Тёмки. Мишаня тоже отступает и садится уже в Тёмку, чтобы чекать Б, как он будет выходить. Но Сипи не хочет этого делать. Сипи понимает, что здесь кроется подвох. И сейчас будет прокидывать его. Мишаня сидит и ждет. Перестрелка. Но... Было... Ой, молодец. Была хорошая позиция для Мишани. Не, скорее для Сипи, когда он заметил первые стёмки. Мог просто обойти его, но решил перестреливаться, и в итоге Мишани все-таки его опережает. Как мы видим, Мишани же играет в карту много лучше и собирается ее выиграть. В Сипи же нужно играть чуть более осторожнее. Да, очередная стычка, из которой Мишаня выходит победителем. И, видимо, что-то идет не по его планам. Привет, Гриз. Наблюдай финал. Сейчас происходит шедевральная битва. Итак, получается, что у нас происходит? Опять происходит. Чекает с рынка Тёмку. Но Мишаня как раз там и сидит, но он этого не знает. Мишаня сейчас собирается чекать рынок. Тем временем как Сипи уже находится на лонге и просто... Боже мой, что же это выглядит этот парень? Какая же неоднозначная игра. Счет идет 6-1 за Мишаней. И что ж, это уже второе уничтожение. Сначала уничтожал Сипи, теперь уничтожает Мишани. Как же все неоднозначно в этой игре. Кажется, агрессия в Сипи играет же ему не на руку, а скорее Мишани. Мишаня понял это и сейчас просто побеждает. Пора бы угомониться в Сипи. Ну нет, он все так же начинает агрессивничать, простреливать все, что только можно, и что тоже нельзя. Пускается бур Мишаня в Тёмку, палит свои позиции в Сипи, Мишаня поднимается на более удобную позицию, чтобы его было легче простреливать. Понимая то, что в Сипи стянулся ближе к боксам, хочет выйти неожиданно и убить его. Ждет скорее всего перезарядки или долгого момента. А Сипи тем временем заходит в бокс, в ребра и будет сейчас просто простреливать Мишаню, пока не закончатся патроны. Итак, Мишаня выходит, замечает его в Сипи, переходит обратно на хелпу, Мишаня в ребра. И сейчас будет стычка лицом к лицу. Слишком агрессивничает, Сипи слишком агрессивный, смогу поймать его. Мишаня как загнанный в угол медведь, не знает куда ему деваться. Сипи просто пробивает его со всех сторон и ловит его на перезарядке. Ой, как же он хорош. Было очень-очень красиво сыграно. Просто молодец Сипи, просто загнал медведя в ловушку, в клетку, поймал на капкан и сожрал его. Молодец Сипи, хорошая игра. И вот уже начинается заришка, тут пошла эта заришка. Сипи простреливает Тёмку, но Мишаня, он уже спустился на бой и заходит именно оттуда в Тёмку. Сипи походит на лонг, пробрасывает лонг и продолжает чекать Тёмку, не хочет заходить на Б.
Еще они занимают выгодную позицию на лестнице. И пытается, что-то пытается поймать. Пытается поймать Сипи на его агрессии. Выходит на бэк, замечает Сипи. Молодец. Попадает по нему. Мишаня занимает позицию. И Мишаня выиграет. Сипи выиграет в перестрелке с Мишаней. И забирает уже свою третью карту. Кажется, счет начинает потихонечку сравниваться. Смена команд. И вот уже, казалось бы, совсем однозначно карта побеждает Мишаня. Но вот, кажется, в Сипи что-то нашел какую-то искру своей души, которая поможет ему выиграть в этой схватке. Для тех, кто еще не знает, первую карту с разгромным счетом в 10-2 забирает в Сипи. Здесь же начинает лидировать буря Мишаня. Итак, смотрим. Меняется команда. И, кажется, в Сипи решил свою прервать агрессию и перейти в более защитный геймстайл. В это же время Мишаня заходит в карман и начинает ждать агрессии в Сипи, причакивая все, что можно. Сипи не хочет агрессировать. Видимо, пистолетка — это не то, где он может агрессировать. Чикимамони в турик уже нельзя, играется финал. Поэтому только смотреть. Можешь поучаствовать на следующем турнире, но на 1000 подписчиков. Чтобы он начался быстрее, подпишись на канал. Итак, Сипи заходит в темку, и кажется, он немного понимает, где находится Бурмишаня. Начинает обходить его, а Мишаня залазит в ребра и начинает ждать. Ждать Сипи. Сипи заходит на лонг и начинает прочекивать мид. И заходит, кажется, в спину. Бурмишаня замечает его, но сдает свои позиции, и Бурмишаня успевает. Ой-ой-ой, как же молодец. Просто поймал в Сипи на перезарядке и просто поставил ему что-то в реально хэдшот. Да, Мишаня решил зажечь танцпол в этой карте. И покупает себе АКР. В это время Сипи покупает себе Юм. И все-таки не решается вновь играть в агрессию. Тем временем Мишаня выходит на ломки сразу и уходит. Замечает его на лестницах. Сипи начинает первый вон, но не попадает по Мишане. И начинается перестрелка. Попадает по Мишане немножечко. Так и тот обменивается комплиментами друг с другом. Бросается смок по себе, чтобы перепрыгнуть в карман. Но все-таки задевает его в Сипи. Молодец. Мишане остается с 38 хп. Залазит в карман. И, видимо, пытается обходить. Заходит на лестницу. На следу. На голову и простреливаю. Просто молодец. Нет, вот нет слов. Вот честно, хоть я комментатор, но слов я не могу подобрать к этому моменту. Просто Мишаня молодец. Он жжет. Вот именно конкретно эту карту он жжет. Тем временем счет уже 3-8. Карта близится к концу. И что ж, в Сипи, кажется, решил врубить свою вновь агрессию. И очень хороший грант. О, боже мой, что только что произошло? То есть, получается, Мишаня прокидывает темку, задевает в Сипи, понимая то, что он находится там, но в Сипи решает выйти в агрессию. У него нет кнопки назад, у него есть кнопка вперед. Он нажимает ее и убивает буру Мишани. Молодец. Играет до последнего, мужик. Турнир нельзя. Сейчас идет финал за турнир. Если ты хочешь, можешь поучаствовать в следующем турнире, который пройдет на 1000 подписчиков. А чтобы на него попасть, нужно подписаться. Вот. Итак, Сипи занимает хэлл, простреливает темку, отходит обратно к себе на КТ. Заходит в темку, сразу запускается в рынок, но Бурмишаня прочекает темку. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком быстро происходит событие. Молодец, Сипи. В Сипи, кажется, начинает отрывать куски от Мишани и догонять ее потихонечку. Счет 5-8. Из разрыва в 5. Он сравнивает разрыв в 3. В 3 очка. И, кажется, его агрессия начинает... Нет, еще вторая игра. Сначала Мишани зажигал, теперь Сипи зажигает. И до конца непонятно, кто же выиграет. И на головах замечает его Мишани. Что творит в Сипи? Что он творит? Вы посмотрите на него. Этот парень просто делает невозможное. Этот парень слишком хорош, чтобы проигрывать такие карты. Чел, я тебе ответил, на турнир сейчас нельзя. Сейчас идет финал турнира. Ты можешь только попасть на следующий турнир, который пройдет на 1000 подписчиков. Итак, в
Сипи чувствует силу в своих руках, в своих пальцах. И опять прочекивает голову и снова ставит шедевральный хедшот. Он почти сравнял счет. Этот парень делает невозможно. Кажется, он камбэкает. Вы просто посмотрите. Что, как же сильно накаляются эмоции. Как же душит его в Сипи. Что же он творит на этой карте. Это просто что-то с чем-то. Молодец, Сипи. Снова покупает АКР, а это АКР-4. Не? А, АКР-12, извиняюсь. Итак, Сипи занимает позицию, чтобы чекать Б. И чекает голову, но его там нет, потому что Мишан занимает другую позицию. И смог. Откуда он смог его убить в этой позиции? Молодец, Мишаня. 1 раунд остался. 7-9. Мишаня остался 1 раунд до победы на данной карте. И это совсем. Это всего лишь одна победа. Отрывает его от того, чтобы сравнять счет по картам. А в Сипи же нужно реально заплатить, чтобы победить. И он ждет снова на головах. Ведь бы не заметил. И Мишаня убивает его на головах. Тёмки собирает Сипи. Сюда смотри. Молодец, Мишаня забирает вторую карту. И счет по картам становится 1-1. Как же все неоднозначно. Хотя у Сипи были все шансы, чтобы забрать вторую карту. Он почти камбэкнул. Он большой молодец. Но все-таки Мишаня смог задушить его. И, видимо, обход мент в Сипи просто стоило остановиться. Перестать нажимать на кнопку вперед. И, может быть, изменилось что-либо. И что ж, пока наши два финалиста показывают очень хорошую игру. Они так, начинается карта. Бурмишаня покупает себе тег. Кстати, что интересно, он показывал довольно высокий уровень с этим оружием. Так, а ну Сипи с юспиком. Ну, как говорил сам Сипи, он неплохо играет пистолетку. Сейчас мы это будем проверять. Потому что в первой карте пистолетку он выиграл, а во второй он проиграл. Ну, Буря. Буду называть его Боря, короче. Так будет легче, потому что Буря мешает. Итак, перестрелка с Тёмки. И всё-таки Сипи вырвала победу. А, он с ножа его убивает? Ух ты, какой парень-то, молодец. К сожалению, я не запечатлел это. Только первые места. Только победители, только финалисты, только лучшие из лучших будут запечатлены. Итак. Второй раунд пошел. Сипи вырывает победу на пистолетке своим ножиком. И бросается флешка. И сидит, ловит. Нашел он через прострел. Простреливает через коробки. Конечно, он сидел в очевидной позиции, что сыграл на руку, конечно же, в Сипи. Поэтому он забирает второй раунд забирает. Так, Мишаня решит купить себе петуха. Ну, а в Сипи же играет со своим юмбиком. Итак, смотрим. Он выходит на рынок, чтобы сразу только Тёмку. Слышу бомбы и выходит на лонг, чтобы выйти на Б. А нет, кажется, возвращается на Тёмку. Сипи заходит в Тёмку, простреливает рынок. Ну, кажется, сейчас Мишаня видит. Нет, Мишаня не заметил. И не зашел со спины. Сейчас простреливает, выходит на лестницу. Пытается прострелить его, он уходит в карман, перепрыгивает, пытается прострелить друга. Но Мишаня тоже отошел, заходит ребра, бокс, и сейчас его бьет со спины. Но Сипи успел заметить за это и отходит. Парень начинает стрейпаться вправо-влево и, кажется, ловит Мишаню. Ну нет, у него перезарядка, он меняет пистолет. Мишаня тоже его перезарядка, меняет пистолет. Но пока по ХП просаживается в Сипи. И у Мишани есть шанс победить его в этом раунде. Перезарядка слишком агрессивно делает, но... Ой-ой-ой, как же он хорош. Этот парень сделал очень красиво. Это очень красиво было. Что ж. Ох. Как же потом начинается у нас наша третья карта. М4, А4 берется. В Сипи это что такое? Алло, прием. Что за оружие? Это фенфал. Фенфал? Да, я вообще их не беру. Фенфал, короче, берется. Взял его в финале. Фенфал вообще никто не берет. Ну, кстати, очень непонятно, что сделал Бурмишаня. Он почему-то... Сдал свои позиции и так легко отдался в Сипи. Сипи, конечно же, ошибок не прощает, уж тем более в финале. Такой человек, как он, не прощает. Он хватается своими потными ладошками и держит до конца. Пока счет мост 4-0 ведет в Сипи. Молодец в Сипи. Итак, он занимает позицию. А, нет, он просто стоял. Пробрасывает на соломку и Тёмку. Флешка сразу же выходит на рынок. Но на головах никого нет и... О боже мой, что же происходит? Какой же молодец Сипи. Он просто берет и убивает.
Он не думает о последствиях, он просто бросает флешку и идет вперед, потому что узнает то, что он может. Он может себе позволить. Молодец. А вот Мишаня волнуется. Мишаня не знает, что ему делать. Решат поменять тактику, видимо, заходит в дом. И через лом хочет пройти на Б. Так, Максим, нет, сейчас идет финал турнира. Так, подожди, простреливает Тёмку. Себе палит его позиции и уходит в карман. Это Боря уходит в карман. Итак, Сипи занимает лестницу и начинает просто чекать Б, пока выйдет наш Борис, Боря и Мишаня. 2-2-8, кстати. Усатый Мишаня. Пропрыгивает, ждет его со спины, видимо, и пропрыгивает еще Б. Сипи же понимает то, что он там. Так, он что, бросил? Не показалось? Или он думает, что... Так, прочекивает Тёмку. Приз 100 голды. 100 голды. Первое место 100 голды. А второе нам не важно. Итак, Мишаня все-таки сидит. У нас получается в кармане и выходить не собирается ни при каких обстоятельствах. А в Сипи он же стрейфится то вправо, то влево и пытается поймать нашего Бориса на ошибочках. Но Борис — это тот еще Мишка. Он как всю нору лезет, так из нее никогда не вылезет, потому что это его нора. Это его карман. Так, Максим. Парни, сейчас у нас идет финал турнира. Турнир следующий будет на 1000 подписчиков. Вот когда соберется 1000 подписчиков, тогда у нас будет второй турнир, в котором вы можете поучаствовать, парни. Чтобы в нем поучаствовать, нужно подписаться на канал, вы понимаете это? Так что вот, действуйте. Так, хорош, Сипи ловит Мишаню на передвижение и сразу переходит в Тёмку, потому что понимает то, что сидит в ребрах. Хочет выйти и поймать Мишаню, но не, Мишаня сидит, Мишаня будет ждать. Палят свои позиции в Сипе, но Мишаня так просто не отдаст, но он не поколебим в своих намерениях. И будет ждать до конца. Ошибки в Сипе, уходит в боксы, чекает лестницу и будет сейчас занимать позицию. А, он решил поставить плент. Ну да, время поджимать. Сипи же послушает, начинает простреливать коробку, но у него ничего не получается, потому что Мишаня сразу же отступает в боксы, понимает то, что где находится Сипи, и будет держать позицию. Итак, Сипи у нас, получается, выходит на открытую на Б, обходит со спины Мишани и просто шедеврально его убивает. Молодец, Сипи, просто молодец. Переиграл и уничтожил. Вот так вот делают мужики. Обезвреживает бомбу и забирает еще одну карту. 6-0 ведет. Сипи, кажется, повторяется. 6-0 ведет Сипи. Комментаторам не надо спорить. Чувствую я чувство ностальгии о первой карте. Молодец, Сипи давит и уничтожает. А Мишаня, тебе пора подсобраться. Пора свои когти выпустить и показать их, чего не стоит. Как же он мог сейчас поймать Сипи, но решил этого не делать. Видимо, щитить противника. Но в Сипи бы такого не простил. Простреливает дым, обозначается обратно в Тёмку, где сидит Мишаня. Мишаня в доме сидит. Заходит на голову, чекает Тёмку. Теперь раз лежать в Сипи, непонятно. Сипи же стрейфится вправо-влево. Пытается поймать Мишаню. Но Мишаня сидит. Мишаня будет сидеть и будет сидеть. Мишаня впадает в спячку. Боря Борисович. Итак, Сипи. Сипи не может найти Мишаню, а Мишаня-то непоколебим. Мишаня пытается простреливать у нас, получается, Тёмочку на нахождение в хелпе. Но ничего не ловит и, получается, перетягивается в лонг, потому что понимает, что там никого нет. И видит Сипи, но почему-то он совсем на это никак не реагирует. Непонятно, что не так с Мишаней. Видимо, на него... Видимо, в Сипи отходил на эти 10 минут гадалки, чтобы заколдовать руки Мишани. Что с тобой, Мишаня, происходит? Что с твоей реакцией? Что не так? Видимо, все-таки в Сипи и вправду что-то там подделал, какие-то навороты, привороты намутило, чтобы у Мишани там это... Ручки-то это не работали. Ну, да, пока что 7-0 у нас. В сухую забирает и в Сипи. Мишане что-то нужно делать. Видит на лестнице, в Сипи, зажимает и ничего сделать не может, потому что Сипи просто молодец, он просто, я не знаю, как это комментировать. Что-то не так с Мишаней, что-то все-таки это, в Сипи там подкручивает в своих настроечках. Или подкручивает, а, стоп,
АВМ берет у нас Мишань. Что ж, кажется, игра идет уже на большие ставки, потому что 8-0 идет в СИПе. А в СИПе же берет свой КРСИП. И просто выходит на под флешечку на головы. Боже мой, что делает этот парень? Что он творит? Что он просто творит? Смена команд. 9-0 ведет в СИПе. 9-0, ребята, вы поймите. Знаете, все-таки эта пауза в 10 минут, она... Я знал, что здесь что-то нечистое происходит в этой игре. Что-то здесь нечистое в СИПе. Ну что ж, в СИПе... Но факт остается фактом. Потные ладошки в СИПе потеют еще больше с каждым раундом. Как бы ему телефон не выронить. Начинается пистолетка. Была смена команд. Мишаня, что-то нужно делать. Что ж, Мишаня или забирает 9 раундов подряд и выигрывает решающий, или же проигрывает вторую, третью карту. Хочет на головах поймать в СИПе, но в СИПе это не так просто. В СИПе уже находится на Б и чекает темпу, ловит Мишаня. Да-да-да-да-да, подкручивает. Молодец. И что ж, с разгромнейшим счетом забирает третью карту в СИПе. Просто 10-0. Вы просто посмотрите на этого человека. Этот человек заслужит победы. Он заслужит победы на этой карте. И даже, возможно, на турнире. Мы еще посмотрим, что будет. А пока что счет у нас 2-1. Легчайшая карта для ВСИПе. Что ж, заканчивается разминка. И начинается, получается, четвертая карта нашего финала, ребят. Четвертая карта. Напомню, счет 2-1. Если в этой карте побеждает в СИПе, то он становится безоговорочным победителем данного турнира. Если же побеждает Буры Мишаня, Борисович Мишаня, то тогда нас ждет финальная пятая карта, в которой все и решится. Итак, пистолет начинается, выходит в темку. И ну, у меня нет слов, я не знаю, что не так с Мишаней. Мишаня, что с тобой? Мишаня, что с тобой? Почему ты так? Что с тобой? Я не знаю, Мишаня, пожалуйста, подумай о семье. Не поддавайся этим приворотам этого СИПе, его потом ладошку не поддавайся, ни за что, не поддавайся. Ты должен потеть, братан, до конца, до талого. Пускай в темку сейчас будет чекать головы. Смотрит в СИПе. Он сразу ходит в темку, простреливает ее. И... Чекает темку, получается, возвращается обратно на рынок. Ищет Мишаня. Мишаня не хочет играть. И ловит, ловит. Молодец, Мишаня. Мишаня, молодец. Это его первое убийство на этой карте. Да, да, да. Счет 1-1. Ловит его с темки. Просто молодец. Красавчик. Все. Все в твоих руках. Все в твоих когтях, братан. Потные ладошки в СИПе уже начинают давать слабину. Поэтому настало твое время. Покупает юмп. Спускается в темку. Так, дается флешкой. И выход по флешку будет? Нет, не будет. Прикидывает головы. И замечает в СИПе. Но в СИПе нет. Что ж, все-таки мы пора понять, что выходить на перестрелку в СИПе это гиблое дело, потому что не зря в СИПе 2 дня тренировался. Поэтому так вот. Так, Мишаня решает поменять свою стратегию. Выходит через лестницу на бейк, бросает смок в темку, занимает боксы. С фамасом. Ага, заменяет ребра. СИПе же думает то, что он сидит в темке. Какой-то рынок простреливает темку. А Мишаня снится в свою берлогу и ждет добытчик себе фла. Стоит ему только зайти, да? Так. Это был обычный прострел? Он заметил его. Начинается перестрелка. Так, СИПе агрессирует. Зажимает основной медведя в углу и просто кромсает его черепушку своим свинцом. Молодец, СИПе, молодец. Давит Мишаня, счет идет 3-1. 3-1 за Мишаня. Ой, за Мишаня, за СИПе. Мишаня берет себе дробовик. Очень неожиданное решение. Видимо, он понимает то, что в СИПе решает сокращать дистанцию, и потому... Докупаюсь я смог. И потому нужно брать дробовик, потому что... На короткой дистанции безоговорочно близкий в плане оружия, это, конечно же, дробовик. А, то есть он бросает смок в темку и заходит в смок. Думаю, то, что в СИПе будет ворашить? Нет, в СИПе я сказал, не такой глупый, и на уловки медведя Борисовича не попадается. Его потные ладошки знают свое дело, и он сначала он прощает эту берлогу, а потом уже темку. Просидит и ждет его.
Буры мишени тоже не из мёда делом. Хотя, может, из мёда, кто его знает. Простреливает. И ты, Миша, не знаю, где находится в кармане, пытается, хочет с ним сократить дистанцию, но не попадает ни разу. Не попадает по всипе. Слишком быстро этот парень, слишком он быстро. Его пальцы работают на сверх-ультра-гипер-звуковой волне. Он просто, его разум не успевает, просто понять, то, что происходит. А в СИПе-то уже, Миша ничего не понял, а в СИПе его уже убил. Так вот работает, вот так вот и работает. Видимо, он сходил к бабке-гадалке, и просто намутился какие-то там разворотики. И теперь просто давит Мишаня, просто давит его, морально и физически. Но Мишаня решает заражить его, за предыком знает, где он нахожение. Выдает там бой у СИПе за время, как он перезаряжался, и забирает раунд с бродовиком, и забирает его фомат. Молодец, Мишаня. Все, видно, как Мишаня злится, Мишаня злится. Мишаня не хочет отдавать победу. Конечно, он уже выиграл, он добрался до финала, он молодец, он же выиграл 60 голды, но 100 голды отдавать не хочется, это понятное дело. Кидает смог под с фомасом, но выхода по этому не работает. Нет. Отступает в СИПе, потому что его ослепили. Сейчас снова будет отходить на рынок, прошекивать. Да. Что ж, выходить на перестрелку в СИПе — это гиблое дело. Я думаю, нужно было это понять уже. Поэтому нужно быть хитрым. Расстрел ничего не дает. Как и бомба. Но нельзя друг... Одно хп оставляет Буря Мишаня. О боже, как же это было близко. Но все-таки в СИПе оказывается сильнее. Возможно. Сипи давит до конца, Сипи будет топить. За его 100 голды он порвет любого, даже бурого медведя. Даже бурого медведя по имени Борисич, который любит мед. Пытается прочекать, получается. Сипи выходит, не живет в Сипи. И убивает его перестрелки Мишаня почему-то. Что случилось в это время в СИПе? Видимо, Мишаня напугала его своим грозным видом, своим клыком, рыком. И просто сбила его с толку, его потные ладошки дали слабину. Видимо, Мишаня должен почувствовать силу в своих когтях, мохнатых когтях. Так, пингует немножечко. Немножечко пингует. Так, ну окей, ничего, всю картину мы видим. Мишаня садится в ту же позицию и будет ждать. Сипи уже замечает его, пытается прострелить его с АКР, но в Сипи со своим АКР Девианс оказался чуть-чуть сильнее. И со счетом 3-6 за в Сипи происходит смена команд. Что ж, четвертая карта финала, ребята. Ох, как же хорошо она начиналась. И как же она шедеврально заканчивается. Начинается раунд пистолетки, в которой в себе обычно одерживают победу. Но в силу слабой стороны мы будем пока что топить за Мишаню. Так, он делает, бросает бомбу в темку и задевает Сипи, знает его местонахождение, пытается обойти сразу с его сланга. Заходит на Мишаню, замечает его. И довольно сильно пробивает. В СИПе остается на 16 хп, выходит на лестнице, знает местонахождение Мишани, пытается сразу его обойти, заходит со спины. Но Мишаня оказывается умнее. Он уже знал, что он там находится. Мишаня просто почуял его своим нюхом. Знаете, у медведя есть такая особенность. Они чувствуют жертвы, чувствуют их страх. Он почувствовал эти 16 хп этого в СИПе. Он почувствовал страх и просто обернулся и выдал ему такой вот хэд. Хорош, Мишаня, молодец. Хватает его за горло и душит. Итак, ходится на головы, замечает Сипи, не хватает его прибить. И что происходит? Кажется, Мишаня собрался. Или уже потные ладошки дают слабину. Видно, привороты бабки в Сипи начинают давать слабину, и Мишаня возвращает свое обаяние, слух, зорко свое зрение и быстроту когтей. И забирает уже пятую раунд у Сипи. И сейчас становится 6-5. Что ж, Мишаня снова садится на голову. А Сипи заходит на лестницу, потому что смог был дан на лонг, и это был фейк. Это был отлично фейк от Буры Мишани, на который Сипи тратит свои патроны и выдает от свое местоположение. Теперь Буры Мишани знает то, что где находится в Сипи, и у него есть в
все возможности убить его. И в этом раунде сравняет счет. Замечает его. И выдает хэт. Хэт. Выдает просто хэт ему. С головы на лестницу. Какой же молодец Мишани. И Мишани сравнивает счет. Мишани молодец. Мишани сравнивает счет с АКР 12. И теперь это становится еще интереснее, потому что счет по карте 2-1, и Мишаня сравнивает счет. Мишаня должен победить. Парни, давайте. Простреливает Тёмку. Но в СИПе не там. В СИПе уже успевают занять ребра. Занимает берлогу медведя. И теперь будет осталось только ожидать медведя. Так, бросается дым. Чекается. Лестница, хелпа, бокс. Но в СИПе нет. В СИПе действует на ультразвуковой гипердорожке. Волне. Просто Мишаня не может уловить его ход мыслей. Пытается прочекать бокс, но нет. В СИПе слишком активный. Прочекает хелпу. Дает информацию в СИПе. Что происходит? Забирает его на одном хп. И Мишаня вырывается вперед. Боже мой, что происходит? Какие страсти, какой накал. Молодец Мишаня. Взял себя в свои когти. И теперь топит, просто душит. А, душит в СИПе. Осушил его потные ладошки. Садится на голову и чекает Тёмку. В СИПе чувствует неладное. Видимо, приворот заканчивается и приходится играть своими руками. Что ж поделать в СИПе, такова жизнь. Зверя не сильнее медведя. Бурый Миша в победе. Но все-таки на перестрелке и с хелпы на лонг выигрывает в СИПе и вновь сравнивает счет. И сейчас счет 7-7. До конца непонятно, что происходит в этой карте. Я пока попью чуть-чуть. А, спасибо, я попил. Продолжаем. Комментарии к данному матчу. Очень интересный матч. 7-7 счет. Дается дым на голову, чтобы не было нормального прострела с Тёмки. И в СИПе отступает обратно в глубину своей позиции. С лестницы чекает лонг. Но Бурмишаня тоже. А нет. Бурмишаня заходит с рынка в Тёмку и хочет зайти оттуда, откуда в СИПе его не ожидает. Садится снизу и ждет его с меда. Нет, окей. СИПе палит позицию свою в СИПе. Мишаня хочет идеальную позицию, чтобы убить его. О боже, что же делал этот парень? Он был там, где в СИПе его не ожидал. И убивает его там. Молодец, Мишаня, просто красавчик. Просто парень жжет. Вырывается вперед в этой карте 7-8. Напоминаю, счет карт 2-1. Если выигрывает Мишаня, то будет счет 2-2. И будет пятая финальная карта. Итак, Тёмке выходит из Тёмки в СИПе сразу максимально агрессию. И не смог перестрелять в СИПе. Совсем чуть ему осталось петуха-то. Ну да, у петуха много патрон. То есть ты смотришь яда, который играет в Майнкрафт, но ты не смотришь турнир. Ты не смотришь самый лучший турнир? Ты не смотришь противостояние, мешание? Как тебе не стыдно? Ты должен турнир смотреть наш, а не какой-то яда. Итак, все. Счет 8-8. Мишаня не будет отпускать. Мишаня хватается, как тянет, пытается душить. Берет АВМ и играет на всю катушку. Как же Битка подходит к СИПе? Что творит Мишаня? Он забирает его с пистолетки. Боже, какой же он молодец. Просто ворвался когтями и выбил все, всю дурь выбил в СИПе. Показал, кто здесь настоящий батя. Просто показывает батя. И всего одна победа в раунде оставляет Мишаня от победы на этой карте. Очень большое напряжение в СИПе. И он мог только что его убить, но не хватает реакции в медвежьих глазах. В СИПе увидел его, понял, что на головах сразу начинает выходить с хлопы на Б, садится в ребра и, кажется, собирается узнать, потому что в руках его ФАМАС. Он знает то, что у Мишани есть АВМ, и поэтому ему сокращить дистанцию будет не очень выгодно. И поэтому он просто садится в берлогу. Поднимается на балкон Мишани, бросает... Что это было? Не знаю. Так. Это был этот самый, да. Это был свет. Возможно, случайно, возможно, нет. СИПе выходит на хелпу, но он там уже Мишаня. И, конечно, поймает в этот момент, он палит свою позицию, нет, выходит в бок, а Мишаня находится спиной.
Жив, бери пистолет. Братан, верни АВМ, пожалуйста, замочи его. Хэд, выдай хэд. Боже, блин. Ой. Палец в упаковке замешания, теперь забирает его с фамоса. Что ж, парни, это что-то с чем-то. 9-9 счет. Беру так R12. И пошла финальная, парни. Финалочка. Маршмеллоу. Ну что ж делать? Вызывай сантехников там всяких. Да, Путина вызывает. Ну не Путина, братан. Но пока ты начнешь Путина, смотри наш турнир. Финальная карта. Заходит в голову мишени, ждет в Сипи стенки. Но в Сипи не хочет рисковать, потому что одно поражение заставит играть его пятую карту с мишени. Мишени душит. Мишени заходит на голову и снова чекает темку. Сипи же по своей обычной стране сапается вправо-влево, пытается найти мишеню. Мишеня заряжен, мишеня пытается убивать. Мишеня заходит на головы, но не видит никого. Так, начинается игра в крысу. Мишеня прочекивает темку, падает свою позицию, выходит обратно на головы, на лом. Сипи знает его позиции, слышал гранату, он должен сидеть и ждать его. Сидеть и ждать. Слышит через стены, как прыгает Мишаня, он знает то, что он находится в кармане. И, видимо, хочет сыграть на эффект неожиданности. Мишаня выходит вперед. Обходит его со спины. Со спины отходит в Сипи. Кажется, сейчас придет что-то нечто. Бурый Мишаня заходит в свою берлогу и просто ожидает добычу. Заходит в боксы, спиной поворачивается к Сипи. В Сипи его и не замечает. Чекает темку, чекает хлпу. Мишаня находится в боксах. Он не знает. А нет, он... Что происходит? Ой-ой-ой, как же, что происходит сейчас? Чекает лестницу, но Сипи находится за его спиной. Он не подозревает этого, он думал, что где-то там. Прямо напротив друг друга ходят через коробки, не замечают, заходит в карман себе в Сипи, бурый Мишаня. Так, Мишип замечает его, палит свою позицию, начинается перестрелка. Простреливает слишком много, перезаряжается. В это время Сипи пытается выйти и поймать его на перезарядке. И... Дорогие друзья... В ожесточенной битве побежает в Сипи с разрывом в одно очко, забирает четвертую карту и становится победителем турнира от этого канала. И выигрывает 100 голды. Поздравляем, Сипи. Что сказать? Мишаня старался. Мишаня показал отличную игру. Шедевральную игру показал Мишаня. Но отчаиваться не стоит, поражение бывает. Пожалуйста, не делайте такие конченые ники, пожалуйста. Мишаня, сделайте нормальный такой короткий ник, как у Сипи. Вот нормальный чисто такой ник мужской. А, я еще немного по-русски писал, круто. И купили. Сколько лет? Значит, ник плей, да? Итак, парни, сейчас будем с вами разговаривать на мужские темы. Давай мы с Мишаней сыграем, ты будешь комментировать нашу игру. Потом, возможно. Сейчас давайте я хочу спросить у вас. Во-первых, сначала у Аристократа спросим. Твои эмоции, твои ощущения, твои взгляды на турнир, на собственную игру. Какие у тебя были эмоции и чувства, предчувствия на турнир на первые игры, последние игры? Первая игра турнир отличный получился. А с кем ты играл, прям помнишь? Первая игра у меня была, по-моему, с каким-то Фениксом, что ли. Был легкий боец, не сильно для меня сложный. Но сначала я проиграл ему 4 раунда и подумал, то, что я проиграю. И когда я взял калаш, я почувствовал в себе силы. Понял, то, что эта карта моя. И начал... Дистракшн, да? И начал как бы доминировать над этим соперником и выиграл его 10-4, и я понял то, что для меня это была все-таки легкая игра. А можно я расскажу? Так, потом расскажешь, подожди. Так. Потом ты, получается, играл с кем? С Харди ты играл потом, да? Потом, да, с Харди. Харди очень сложный боец был для меня, и прям с этим соперником я не чувствовал себя свободным на Сенсоуне, прям вообще, прям вот тык-тык он меня прям присуждал, и все, я как бы начал тоже доминировать над ним, и он меня выиграл, я его выиграл, он меня забрал, я его забрал, все, и вот да, мы встретились с ним 9-9, все, мы встретились с ним лицом к лицу, и все, я его забираю, и прям чувствую победу всем сердцем, мои потные ладошки сказали мне здравствуйте. Да, я помню, я смотрел эту игру, к сожалению, не смог ее прокомментировать. Получилось... Игра правда была для меня сложная. Жалко, потому что
Не получилось. Игра за третье место нормальная, потому что не видно, ну что, домой. Кстати, домой хорошо играет. Я бы очень хотел посмотреть на этот матч, как бы он получился, потому что... Так, где домой? С кем он играл? Можно, кстати, с домой чисто товарищеский матч сыграть. Домой, потому что от Сипи отлетел, поэтому все-таки очень интересно было бы. Ну да. Он добрался до Киева. Расскажи своему. Ну давай теперь себя послушаем, Мишаня. Давай сначала с того. Давай начнем с того, как ты турнир начал. Так, с кем ты, получается, начал? Я пришел к этому дурачку, умному человеку, Роме пришел. В общем-то, я сразу попрошайничаю часа, дай пожигалды, потому что увидел у него крутые скины. Он мне показал, фигушки я тебе не дам, голда, а то бам полетишь. Я сказал, как фишек какой-то послушный, и начал быть на его стримах все время, приходил, не знаю зачем. Ты мне расскажи про турнир, пожалуйста. Ты смотри, у тебя первые два было с игроком, с ником нет. Ну вот, я играл с нет, а это, короче, была не совсем, я не потел, если честно, я по самоуверенному говняшку, и я думал, их будет. Вообще, я не парился даже, на распончике играл, и тут, когда было 6-4 счет, я подумал, я ж проигрываю, алло, мозг. Стучит мне в окно и говорит, а ну-ка играй по-серьёзки. И начал играть по-серьёзки. Ты сейчас так Сипи рассказываешь, да? Нет, это я про нет. Минус 20. Нет? Понял, давай. 6-4. Да. То есть ты камбэкнул ту карту? Ну, я камбэкнул, потому что сперва я играл на расслабоне, я был самоуверенным. И, в общем, потом идёт битва против... Аристократы я играл? Нет, потом панды. С панды ты играл потом. А, с панды? Да. Ну, я по раз нет, она была хорошей, игроком хорошей была. Так, подожди, и, в общем, подожди. Я думаю, Секунду. В Сипи прием, если ты слышишь, то заходи в Дискорд прямо сейчас, как видишь. Ну вот, да, продолжай. Не, игра с Мишаней прям была реально сложная. Сейчас вы расскажете, как вы с другом играли, пока давай Мишаня рассказывает свою точку зрения. Короче, с аристократом. Панда была слабым игроком. С панда, да. Я играл по-серьезному, прям все свои силы вложил и выиграл ее вроде бы 10-2. Но она показала один раз я даже сделал лайк, но другая история. Ну, в общем, с ней было очень легко. Хорошо. Потом, давай, смотри, у вас была игра с аристократом, получается? Да. Зовут аристократ? В финал. Я попался, если честно. Я думаю, что это за игра, кто такой аристократ? А ну-ка, на разминке я сделал несколько лайк-киллов. Я сам в шоке был от своих киллов. Аристократ тоже в шоке. Ну, в общем, начался бой. Я играл с аристократом. Я выходил в тёмку. Всё время в тёмке держался, как собачка в будке. Ну, я отстреливался там, и, в общем-то, я как-то умудрился выиграть, хотя я был самоуверенным и думал, всех выиграю со счётом 10-2. Ну, вот аристократ красавчик. Ну, я сейчас понял, я давай очень... Давай тогда сейчас аристократ расскажет, как он играл игру вместе с тобой. Да, игра с Мишаней, я уже понял то, что это уже полуфинал, и игра будет для меня не сильной такой, прям расслабленной. Я не играл целый день и думал то, что получится у меня все. И как бы, когда Мишаня забрал первый раунд с хэтом, прям на префи, я чуть-чуть задизморавился, поэтому я думаю и проиграл эту игру. Взял два раунда в конце и уже понял то, что прокручиваю себя в голове то, что, скорее всего, я не выиграю и не смогу взять эту игру. И так и получилось то, что забрал меня два раунда Мишаня, и тогда я ушел прям такой тильт совсем. И понял то, что осталось играть игру за третье место, и если я выиграю, то будет хоть что-то. Итак, Мишаня молодец, хорошо отыграл. Тебе, можно сказать, повезло, да? Ну, в любом случае, не стоило так дезморалиться.
То есть я постоянно первую игру отыграл 4 на 10, потом еще 6 раундов меня выиграл Харди, я тоже как бы закомбэчил эту игру. И также я думал, то, что смешание получится, тоже я закомбэчу эту игру, но, скорее всего, что-то пошло не по плану. Да. Мои когти оборвут. То есть он стоял в темке, и для меня это была позиция не самая тренировочная для меня, поэтому сложно было его оттуда выцеплять как-то. Ну, теперь ты знаешь свои слабости, и есть над чем работать, получается. Не, естественно, да. Если бы ты бы поступил, как я бы... Ну, короче, у меня есть одна слабость, я, короче, это... Скинодрочер. Кидаю скин какой-то любой М4 треков, и я сразу побегу его возьму, и ты можешь меня закрыть спокойно. У меня такие два... Не, моя слабость... Слабость то, что я играю агрессивно, никогда стараюсь не стоять, но в каких-то моментах я понимаю, то, что надо не играть агрессивно и стараться как-то закрыть, что ли. Ну вот сейчас у нас будет время об этом говорить, так, Сиви подключился, и сейчас самое время обсудить нашу финальную игру Сиви против Мишани. Пусть Мишани сейчас выскажется по поводу... Ну давай так сделаем, я тебе задаю вопросы, ты отвечаешь на вопросы, хорошо, да? Ну да. Смотри, первая карта была в Сиви, она была выиграна со счетом 10-2. Расскажи, почему так получилось, что помешало тебе победить? Ну, короче... Разминки, я, ну, короче, ну, Пиппи, он был таким агрессивным игроком, и он мог материть. А я не люблю таких агрессивных людей, я сам по себе добрый человек, я не матерюсь. Он меня как-то я не помню, как он меня обозвал, вроде бы он меня обозвал каким-то плохим словом. Ну, я тогда на него разозлился, и, наверное, вот эта вот злость, я начал кушать. Ну, хотел его убить, но все время, когда я спал, я бомбил. И вот этот вот дезмораль меня вот этот вот... А, и я думаю, из-за этого я проиграл. Хорошо, ну так. Потом вторую карту ты выиграл почти с разгромным счетом. То есть в Сипи у тебя смог отобрать пару раундов, но не в этой, и вторую карту выиграл. Как, почему, из-за чего? Ну, вообще, на втором раунде я подумал головой. Ну, я зашел за КТ, за контртеррористов, и подумал, ну, зачем мне пушить? Я могу просто не пушить, а стоять на Б-планте или на темке. Вот я об этом подумал и начал меня агрессировать. Когда я его собирал, я чувствовал такую легкость, но потом я начал собирать, я слегка, ну, накапливал эту злость. Вот так вот. И не бомбил. На втором раунде я не бомбил. 70. Ну вот третий. Третий раунд это был самый такой... Нет, это скорее тот, чего я в принципе ожидать не мог. Это 10-0. Как так получилось? Я тоже да. Не... Да. Я вот тоже об этом думаю. Ну когда рассказываю, как так получилось-то 10-0. Смотрите. Я... Игрок сам по себе хороший. Я, ну, много раз хотел вступить в кланы всякие. Но у меня это не получалось. Ну, в общем, у меня есть в своем организме... Если я выиграю, я жару такую, я расслабляюсь, и типа, я как-то так себя чувствую, будто я дел его плоти. На разминке я показал хорошую игру, но потом что-то понял. На разминке я его выигрывал. Разминка это не считается любое оружие. Ну, в общем, после разминки лупил. Расслабился. Разминки я, наверное... Да. Ну вот, ты потом захотел отказаться от игры, но все-таки вот, получилось да, просто... Да, потому вот... что... Ну, я понял. Ну, вот сильт, да, это бывает. Ну, да. Хорошо, то, что не отказался, и просто получилось... Просто вот офигенно четвертая карта, просто с разрывом в одно очко. 10-9, это, если честно, я тогда был на него, ну, я сперва успокоился, а потом, когда он начал материться и сказал «домой», я так сильно разозлился, просто, я выдернул зарядку, хотя играл все это время с зарядкой, я начал пушить за террористов и начал забирать нормальные раунды. Когда я взял, когда был счет 9-8, я расслабился такой, иду, и он меня забирает первый раунд, и второй, третий раунд, и из-за этой, ой, два раунда он меня забрал, из-за этой тупости, то, что я расслабляюсь, когда выигрываю, я вот проиграл. Угу.
Ну я уверен. Можешь спросить, как тебя зовут, комментатор? В первом раунде я бы проиграл бы в третьем. Так, ну вот чисто. Вадим, наверное, ты смотрел мои игры? Я с Мишаней смотрел твои игры. То есть вообще все? Нет, только с Мишаней. То есть у меня была тактика, то что я хотел ее придерживаться постоянно, то есть заходить за террористом, ну, чтобы да. за КТ уже было легче играть. И вот что-то я протупил и потерялся, и зашел первый Мишаня за террористов. И вот это моя ошибка тоже, самая глобальная. Ну, возможно, потому игре. Что да, вот только всего одну карту играли, но в общем, как есть, так и есть. Естественно, террористы и контр нафиг не решать ничего. Ну нет, я бы так не сказал на самом деле. Все-таки. На самом деле, я тоже так думаю, что сначала нужно заходить за террористов, а потом за контр террористов, чтобы играло было легче. Так, потом расскажу, что мне в Сипи изменил мою телефону. В Сипи ты можешь же говорить в Дискорде или только писать будешь? Да. О, все хорошо, так давай. Смотри, давай сейчас поговорим о том, как ты на турнир этот начал. Ты против кого играл? Да. Ну, я играл первую катку против Денджера. Запомнил. Да. Да, и... Это мой друг, который записался. Каково ощущение? Ну, нормально. Я думал, что Алловер у меня выиграет. Думал, то, что он тебя выиграет? Да. А с каким счетом ты победил? 10-5 вроде. Ну, неплохо так. Хорошо. Потом ты, получается, с кем играл? С тобой. И как ты его выиграл его? Нет, ну, 6-10. Ну, с Алловером сказал так. Ну, то есть тоже не особо сложно для тебя была игра, получается? Ну, я думал тоже, что он может меня победить, но оказывается нет. Ты каждую игру старался или так на расслабоне играл? Не, я старался, я хотел столько получить. Потом ты играл... Я, короче, мотивировал, да. Потом ты играл с домой. Да. И как оно? Ну, не так уж и сложно было. С каким счетом ты выиграл? 6-10. 6-10. То есть примерно так же, да? 6-10, 5-10. И да вот, мне вот очень интересно про финальную карту поговорить. Как оно вообще, твои ощущения вообще, в принципе, после игры всей? Ну, когда, короче, он там 10, там 9, как 7 или 9-8, когда был, я просто потом и на агрессии играл, чтобы затащить. Ну да, Кась, я пушил его. На стриме я отметил твой агрессивный стиль игры, его. Конечно, местами он был немного нелепым, но, в принципе, он оправдал свои ожидания. То есть, допустим, на первой карте 10-2, и потом на третьей карте 10-0. То есть, как это так получилось? Ну, короче, я собрался такой, и так получилось. Терпывающий ответ. Как долго ты играешь в эту игру? Ну, год с чем-то, не знаю. Какой у тебя ранг? Голд 2. Не, хорошо за год. Ну да, наверное. Я просто не играю. Так, вот. Советую начать, советую. Да так, у меня есть другая игра. Харди, да, если хочешь, можешь заходить к нам в Дискорд, пока мы еще общаемся. У, Харди. В общем, что ты можешь сказать о своем противнике, о его стиле игры? Может, какие-то можешь советы дать? Или что-то типа того? О, давай. Если хочешь, конечно. Сейчас он наговорит. Ты микрофон выключил. Да? Нет, блин, не ты. Сипи, да. Я тебе говорю, можешь... Что Сипи, ты можешь... Короче, если ты начнешь меня материться, я приду к тебе. Слушай, и прибью тебя. Сипи, что ты, говорю, можешь сказать о своем противнике? Может, какие-то советы хочешь дать? Про кого? О своем противнике. Меня! Ага, ну ты должен придумать какую-то тактику. И какую же? Ну ты должен собраться. Закрыто лобби зайдешь, на скидки будешь тренировать. Я и так знаю. Дальше. Да, кстати, это хорошо, раскидки тренировать. Ну я не тренирую, я просто играю в одну катку с калаша. Если я попадаю в голову, я не играю потом. Если не попадаю в голову, тогда я и вторую играю. А так что он зайдет? Так, ну... Так, сейчас скажу.
Ну, 10-0 я, скорее всего, выиграл, потому что я там уже 5 минут в командном бою был. Смотри, а ты... Сейчас еще Харди придет. В Сипе ты был уверен в своей победе до начала игры? Ну, сначала нет, когда там Алловер домой был. Тогда нет, а вот когда я увидел Мишаню, когда ТД, короче, маленькая, я уверен был в победе то своей. Именно в финале ты был уверен, что победишь? Ну да. Смотри, когда ты проиграл вторую карту, то есть почти что с разгромным счетом, какие у тебя эмоции были, ты подумал, что ты можешь проиграть? Ну нет, потому что я там... На стрим зашел, не шел командный бой, и это повлияло. И плюс понял. Затеров трудно играть. То есть за террориста ты и тебе это мешало играть? Ну да, один на один трудно затеров. Если там будешь в ММ, тогда можно. Какие-то... Да, да, трудно один на один за террориста. Какие-то свои ошибки ты заметил во время турнира, именно финала? Ну или турнира, в общем, свои ошибки личные такие. Свои ошибки? Типа ты русский? Нет, ничего не замечал. Ничего не замечал, да? Ну смотрите, ребятки, получается как... Вот чисто мое мнение, почему победил на самом деле в Сипе, конечно, да, было заметно на самом деле тоже разница в скилле в Сипе. У него лучше... А им был. Мишаня, ты во сколько пальцев играешь? 4. На какой стрельбе? Что? На какой стрельбе? Ну дайте комментатору туда говорить. Левый. И ну, понятно, потому я на правой был. И мне легче зажимать. Я и нормально на правой стрельбе. Но Савика только сложно. В принципе, по, ну, можно сказать, по первым трем картам особо нечего было сказать. То есть 10-2, потом что там 10-6 и 10-0, ну как бы ничего такого. Вот именно последняя карта мне очень понравилась, именно с этим скомпаком Мишани, который получился. Мне очень удивил тот момент, то, что вы как бы, ну, не следите друг за другом. То есть постоянно в Сипе стрейфился вправо-влево, он простреливал все позиции, выдавал себя. То есть он просто берет и конкретно выдает, где он находится, а вы на это, ну, никак не реагируете. Собственно, допустим, сидит Мишаня в темке, да, в Сипе выходит с ланга, простреливает себе ребра и потом отходит в этот... В карман перезаряжаться в этот момент просто может выйти Мишаня под, получается, под флешку и убить его. Но почему-то не было таких действий. Ну, если честно, на пистолет, когда Мишаня был затеров, у него был так 9, я его с ножа забрал, я просто думал, заберу и не заберу. Ну, кстати, да, в моменте даже не заметил то, что ты с ножа его убил, красивый. Ну, если честно, когда вышел в капитане, я не хочу себя выдавать за нуба, я хотел 100 голды. Короче, я когда вышел с капитаном, я даже не ожидал, что он заберет ног на том меня. Потому что Тэкнайн, у него большой урон. Ну, Тэкнайн нормальное оружие, но у меня была тактика одна. Тактика я пользуюсь. Ничего не закупать на пистолетке или иногда смог, когда я играю с Сколько лет? 10. Ну, в общем, 10? Вот агрессивный, да, стиль в Сипе, то, что он все время стрейфается туда вправо, идет тупо на пролом, то есть просто берет флешку и идет вперед. Это, конечно, меня впечатлило, мне понравилась такая игра. А вот то, что вот Мишаня, как бы непонятно было, то ты играешь в защиту, то ты играешь в атаку, то есть я не мог до конца понять, что тебе как-то больше симпатизирует. То ты стоишь на голове и просто, то есть ты стоишь на голове, тебя в Сипе 3 раза простреливают подряд, и ты все равно там стоишь, как бы это тоже ошибка считается. Еще, мне кажется, я знаю, Мишаня мог выиграть последнюю карту, потому что он Абик брал, когда было там 9-8. Да, Мишаня мог выиграть. Вот там просто, вот прям вот, именно последний раунд, он был просто шедевральный на самом деле, то есть позиции были. Я, там... короче, он прыгал, я шаги послушал, решил со спины обойти. Да, и он тебя тоже так пытался, видимо. И так вот получилось. Ну, в общем, все-таки, я думаю, больше на личном скилле получилось победить в Сипе. Ну, короче, в Сипе. Этого дня я буду тренироваться так, как будто в дверь я. Неделю буду тренироваться, я тебя вызываю.
Кстати, если хотите, то можно провести в рамках дружественного матча. Товарищеский матч. Да, где-нибудь через неделю на стриме также. За 100 голды нормальный инвентарь у меня хотя бы. Ну, это уже будет с вас уже тогда. Ага, 100 голды. Конечно, я вот лично хочу прийти на товарищеский матч, поиграть, просто либо посмотреть. Да, можно провести как еще один матч, просто вот так вот. Если хотите, можем через неделю, то есть это прямо записать нужно будет. Ну, если честно, смотри, я изначально знал, второе место или третье место. Так, ну тогда смотрите, соберемся. Я пытался, если... А вы через сколько, через неделю хотите? Примерно. Да, через неделю. Конец.